Ты уверен, что он там? Да, 100%. Что это? Адрес. Именно там находится сейф, о котором я тебе рассказывал, и именно его тебе предстоит забрать. Кстати, еще кое-что. Я обеспечил тебя возможностями и информацией. Взамен хочу 50%, как договаривались. Конечно. Деревянный набор дрова, механическая рука – необходимое орудие любого шпиона. Собери 193 детали в единое целое, и твоя рука удлинится на целых полметра. Откуда у тебя такая вещь? Обычно я не говорю о своих поставщиках, но так как ты свой... Ананаза. Именно там ты можешь найти все необходимое. Пора. Когда ты говоришь, шрам покидает свою башню? В 16 ты как раз успеваешь. Чем быстрее ты заберешь ключ из сейфа, тем быстрее станешь сказочно богат. И я тоже. Да. Я нашел. Ключ? Нет, пока только сейф. Он действительно спрятан так, что его не достать без механической руки. Забирай его и вали оттуда. Механическую руку сможет собрать даже ребенок. Сложно представить, что модель из дерева может захватывать и переносить небольшие предметы. Но это действительно так. Ну же, ну давай. Да, получилось! Получилось! Как же тебя открыть? Деревянный 3D-пазл от дрова является не только сейфом, но и копилкой. Модель легко собирается, сочетается с любым интерьером и удивит даже тех, у кого все есть. Так я никогда не угадаю. Слишком надежный пароль. Видимо, эта разработка также приобретена на сайте магазина Ананаза. Точно! Эх, Шрам, ты все такой же. Наконец-то! Ключ от родстера! Да, 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 он у меня! Я долго ломал башку, как его... Переходи по ссылке в описании и выбирай в магазине Ананаза любой конструктор от дрова на свой вкус. Они подходят каждому и вызывают восторг. А запах... Тебе надо это почувствовать.